Отличие набережной Евпатории 2017. Все пристани признаны аварийными. Теплоходы советские, ну, то, что были в прошлые годы, отсутствуют в связи с этим, видимо. И также отсутствуют точки, скажем так, нелегальной, несанкционированной торговли. То есть набережная чистая. Раньше здесь по набережной можно было пройти через узкие тропинки торговцев, а теперь полный доступ. Еще одна особенность старого города – это появление дороги. Пока бетонная подушка. Вот такой дорога выглядела несколько лет назад. Еще одно отличие. Вот по этой улице были
точки торговли. Теперь здесь можно свободно ходить. Вот так вот быстро погода меняется здесь. Полчаса назад были тучи. Актуальная информация россиян, владеющими картами Сбербанка. Сбербанка в Крыму на 2017 год нет. Но вот в этом конкретно банке я снял 10 тысяч без процентов. Банк позволяет снять только сумму до 10 тысяч. Свыше 10 тысяч проценты, но почему-то банкомат сходу больше 10 тысяч выдать мне отказался. Поэтому пришлось произвести две операции. Постепенно смывается с гор. И опять же эта глина уходит в море, пока ее начнут давать по рукам. Допустим, возьмем уже более современные реалии. Англичане, которые здесь были в 1800 году, дело в том, что проект был на самом деле грандиозным по той причине, что туда могло войти одновременно. Проект мог выдержать на себе 12 атомных ударов одновременно. Да, вот эта вся гора. Тоннель занимает длиной 720 метров.
Это пляж Лягушатник городской, но он мелкий, грязный, в бухте. С кем здесь можно покататься на лодочке? Есть так называемые зазывалы, но лучше всего проходить напрямую на катер и разговаривать конкретно с человеком. В данном случае в первой точке нам предлагали 600, в другой точке сходу предложили 2500. И непосредственно подойдя к капитану лодки, мы за 500 рублей проделали такое же небольшое путешествие. Сколько раз был в Балаклаве и ни разу не лазил на эту гору. И сейчас я восполню этот пробел. Туда добираются только самые отчаянные. Ну все, я на самой крайней точке. Самое сложное, как всегда, это спуск. Подняться проще, быстрее. Подайте на ремонт Катюши. Да, если что, конечно, я поддал. И вот я в Севастополе, город-герой. Если кому-то будет прохладно, я могу дать пледы. Надо кому-то пледы? Да, пока давайте, нет. Давайте. Видим с вами, вот, ну когда в сентябре тех затопили, давайте посмотрим. Ну, Константиновскую мы видим батарею, так? С другой стороны была Александра. 8 возвышенностей, 8 бастионов. Вот один из бастионов, покажу, Малахов Курган, смотрите, вот справа кран, большой желтой стрелой, хорошо видим. Большой кран желтой стрелой, и вот винты опускаются, корабль приподнимается и может... Костокян-то развить скорость и стрелять ракетами на этой скорости. И всего два было построено. Посмотрите, пожалуйста, вот мы видим свободную палубу, вот Москва написано, Москва. Покажем. Смотрите, под номером 861 стоит сторожевой корабль «Ладный» Черноморского флота. Их два осталось.
дороже сторожевых кораблей, на базе этих кораблей и сейчас построены новые корабли для Черноморского флота. Большой корабль, ну, задачи свои, со своими задачами он справляется. Давайте посмотрим, где у нас заканчивается Севастопольская бухта, где у нас Инкерман. Вот справа, вот еще один тральщик, смотрите, идет.